спасатели. Угу, как же. Как это обычно бывает, в эфире полное молчание. Так, что это? Тут мы только что были, воевали, но теперь мы на этаж повыше. Это какой-то вентиль. Скорее всего, там набралась вода, да? Это было бы логично. Да, трубы туда ведут. Вот они, вот. Ну, отлично. Просто супер. Так, хорошо. Давайте на ящик. С ящика сюда. Ой, нет. Давай, молодец. Так, контрольная точка, хорошо. Ни хрена себе вас тут. Так, один готов. Кажется, все. Блин, ни хрена не видно в этой пылище. Но троих я убил. Вроде как я троих и видел, так что, возможно, уже все. Или не все? Блин, я опять разбил окно. А нет, это не развилка, это просто тупичок. Скотина, а? Что же вы какие ушлые? Так, что у нас тут? Ой, не надо переклички. Нужна помощь, срочно! Прям на меня выбежал, какой смелый парень. Атомик. Найден горизонт событий. Что бы это ни значило. Физический журнал какой-то, похоже. Про физику. Ну, конечно, горизонт событий — это скорее космическое, астрономическое явление. Это область терминатора между... Короче, полоса, отделяющая освещенную область планеты от затемненной, если мне не изменяет память, называем также терминатором. Или подождите, нет, это терминатором как раз называется, а горизонт событий — это нечто другое. Это, по-моему... Так, блин, там, по-моему, кто-то есть. По-моему, рубеж, горизонт событий — это, по-моему, рубеж, после которого уже не вырвешься из поля притяжения черной дыры и упадешь неизбежно в нее. Хотя, конечно, астроном из меня херовый, я опять, наверное, спорол какую-нибудь чушь. Поправьте меня в комментах, если что. Ой, да тут не один чувак читал физические журналы. Уж они бы мне объяснили. Так, готов. Там еще одного вижу. Такого вот. Так, три готовы. Троих нету. Четвертый идет. Четвертый готов. А нет, не готов, что ли, еще? Или там уже новый? Так, все, кажись, все. Тут нигде не лежит случай какого-нибудь ускорителя. Я бы был вам очень признателен. Но, ой, блин, как я тебя, как... прошляпил. А он меня нашпиговал натурально. Так, хорошо. Все наверху. Больше никого нет. Еще броня. Что у нас там? Там у нас ничего хорошего. Ой, блядь! Ты скотина, че, совсем одурел, что ли? Ой, сука, живой. Вот, блин, ты что так резко выскакиваешь. Ну что, готов? Блядь, живой, скотина.
лови еще. Надеюсь, он умер. Ему бы лучше умереть. О, блядь, живой. Сука, конечно, ты сдохнешь. А, бля, как там гранаты переключать? А-а-а, давай быстрей. Сука, кнопку забыл. Ну ладно, придется без этого обойтись. А, да он уже полудохлый был. Фу, ну ты даешь, паря, блин, ты меня натурально напугал. Ну давай мы и возьмем, в принципе, твою. Чем она стреляет? А, это коломет. Да-да-да, прикольная пушка. Очень мощная. Мы ее прибережем, пожалуй, для какого-нибудь серьезного замеса. Фу, так, ну ты выпрыгнул, конечно. Подлечимся. Я-то думаю, что ж они мне броню суют и здоровье. Оно вон что оказывается. Так, хорошо, что? Отходим! Блин, опять смотри. Сколько же вас тут? Черт, похоже, эти гады уходят. Во всяком случае, со спутника выглядит именно так. Ну это же хорошо. Меньше врагов, меньше проблем, я считаю. Так, что у нас здесь? Вентиль, который нельзя покрутить. Аптечка, которую можно взять. И тупик, в который можно попасть. Ну да ладно. Так, идем все. Вот ты прелесть-то моя. Ох, блин, давай, ну. Сука, не дотягивается. Видимо, надо как-то проползти отсюда, что ли, я не знаю. Видимо, да. Да, мы не ищем легких путей. Ну, какая прелесть, а? Вы посмотрите. Усилитель. Увеличение запаса здоровья. Теперь у меня его 25. 125, естественно. Ну, вы поняли, да? Это хорошо. Так, интересно, если все собирать, сколько к концу игры будет здоровья? Будем стараться найти все. Так, ладно. Ой, не надо, не надо. О, граната! О, вот мне навтыкали. Так, пора идти мстить. Хотя все, я расстроен, вам хана. Приколочу тебя вот так, пожалуй. Так, там у нас что за рябь такая? Куда пошел? Теперь ты принадлежишь этой стене. Так. Хорошо, как тебя? Ох, как тебя. Скотина. Так, что это за газ? Он не огнеопасен случаем? Возможно, мне надо быть осторожным. Хотя, видимо, нет. Видимо, если бы я кинул сюда гранату или выстрелил, она бы вспыхнула. Так, я могу тебя перекрыть? Ой. Он дрожит. Это может означать только одно. Да-да, я так и думал. Ну дверь-то откройте, пожалуйста, что же вы. Так, ладно. По колено в мутной воде. Это что у нас за вентиль? По-моему, надо прекращать неизвестные вентили крутить. А, ну понятно, ну и чё мне это дало? А, ну видимо, когда уровень воды был пониже, я не мог туда добраться, теперь, видимо, смогу. Скорее всего, это так. Блин, ну давай. Чё, как дела? Скотина. Так, дробовик. Дробовик это отлично, по-моему. Непонятные какие-то указатели. Все, уходим отсюда.
Это все хорошо, конечно, но мне бы уже поскорее хотелось убраться бы с этих доков. Давайте, блин, не затягивайте, ребят. Что там было? Ой, 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 блядь. Я не хочу туда. Это, сука, плохо кончится, плохо кончится. А. Где Альма? Я не знаю, о чем ты говоришь. Некоторые тайны могут быть зарыты глубоко, но я знаю, где копать. Нет, постой, это какая-то ошибка. Мистер Моди, время слов закончилось. Умоляю, нет! Да, Пакстон там опять кого-то пытает. Такой уж он человек. Это было очевидно. И тем не менее, куда ведет эта дорога? Нет, дорога не ведет никуда. Так, тут у нас что? Какая-то опасная зона. Тихо. Опять начинает глючить радио. Это вечный. Ой, вечный, говорю, верный признак того. Вот я всрался, скотина. Вы видели, да, как она бежала на меня на четвереньках? Так. Блять. Блять. Что-то я говорил, что эфир не страшный. Какого хера? Ой, не надо. Фу, все вроде отпустило. Да, клоны покидают водоочистную станцию. Задание прежнее — уничтожить Феттела. Это хорошо. Сейчас мы его уничтожим, я надеюсь. Хотя, конечно же, нет, как вы знаете, потому что он еще появится и во второй, и в третьей части. Так. Но тем не менее. Блять. Херовое место. Ой, блять, везде. Ну нахер. Да, блять, не лезь наверх, не лезь, не лезь. Ну что ж ты. Давай быстрее уходи. Валим отсюда, какие дрени фени. Ой, сука. Что ж такое? Они все заслужили смерти. Вот к нему приставай. Меня-то что дергаете? Так, ну все, надеюсь, с приходами закончено. Так. Еще какой-то непонятный аппарат. Так, ну что? Тут у нас, видимо, ничего нет. Зато есть молоток. Чудовищный взрыв, прогремевший сегодня вечером в порту, возможно, не был следствием несчастного случая. Нам стало известно, что на месте события были обнаружены следы вооруженного столкновения. Сотрудники полиции отказываются давать комментарии. Ну, ну что, Михалыч? Журналюги что-то начинают пронюхивать. Так, это что, камера, что ли? Ее, видимо, надо избегать? Или нет? А, так, сейчас. Сейчас все будет. В ту сторону повернется она. И давай, побежали. Блять, беги давай. Хотя, скорее всего, я гоню. Пуленепробиваемая камера.
скорее всего, я гоню, и на самом деле толку от этой камеры ноль. Так, не застревайте, пожалуйста. Скотина. Опять там эта девочка была. Телефон, это хорошо. А вот это вот не очень, я бы сказал. Это откуда натекло-то? Это ж, по-моему... Охереть. Тут усилитель нигде нету. А, ладно, давайте послушаем сообщение. Что там у нас? Кто кому опять звонит? Блин, ты где? А, вот же ты. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Ян Хайс. Привет, Билл, это Ян Хайс. Слушай, я только что получил твое письмо. Я мог бы поделиться кое-какими подробностями по этому делу, но, к сожалению, все они засекречены. Да и не так уж много я знаю. Может быть, позже я смогу подбросить тебе пару фактов. Хорошо? Сообщений больше нет. Какой-то непонятный был разговор, судя по всему. Это как-то связано с происходящим вокруг, но как именно, честно говоря, непонятно. Разработчики вообще в первой части дают больше, конечно, вопросов, чем ответов. Такая уж игра. Так. Ненавижу длинные коридоры. Феттель. Ненавижу длинные коридоры. В длинных коридорах постоянно ждет какая-то лажа. Так, что это за канала? Усилителя тут нет. А, видимо, есть, потому что он какой-то проход. О! Я вижу тебя. Блин, темный коридор. А, фонарик кончается. Ой, быстрее, давай, быстрее. Крысы, мать вашу. О, валим отсюда, валим. Выходи, давай, быстрее, давай. Какое стрёмное место. Ну что не сделаешь ради этих рулезов, а? Вы же со мной, надеюсь, согласны. Ради таких вещей стоит рисковать.